Скандал в обласній Укртрансбезпеці. Активісти прийшли до будівлі на Успенській з вимогами повернути на дороги регіони вагово-габаритні комплекси. За словами начальника служби, комплекси, які працювали на Київській трасі, тісні на Миколаївській дорозі прибрали 28 грудня минулого року у зв'язку з несправністю. Орган, который должен контролировать вагово-габаритный контроль, то есть его не ведет. То есть вот они с Нового года саботируют работу в полном понимании этого слова. То есть мы выезжаем на КПП, смотрим, ну, видно по явным признакам, что идут перегрузы по явным признакам. И колеса, ну, на ободах, будем так говорить, машины едут, да. Приходим, обращаемся с письмами, пишем в Киев о том, что, мало того, есть законодательные акты, которые четко регламентируют работу Укртрансбезопасности, что они должны это делать ежедневно. То есть, да, ну, мы понимаем, может быть, там день-два, там, может быть, какие-то технические моменты, и то мы это понять не можем, это дорога, это живой организм, это сосуды, да. То есть две недели идет полный саботаж работы. По факту у нас 5 весовых комплексов, которые к настоящему времени абсолютно в разруйнованном состоянии находятся. Они, ну как вам сказать, на них просто невозможно производить весовой контроль в связи с их техническим состоянием. Я, как руководитель Укртрансбезпеки в Одесской области, доложил об этом в службу, нашу службу, Державную службу Украины с безпеки на транспорт. И какой ответ пришел? Ответ пришел, что эти комплексы надо будет вот после праздников, когда на этих днях, может быть, гнать в Киев для того, чтобы в Киеве их централизованно смогли отремонтировать. У наслідок конфлікту керівник обласного Укртрансбезпеки викликав патрульних поліцейських та написав заяву на активістів, у якій вказав, що вони блокували роботу підприємства. Зараз, за словами Кучеренка, розглядається питання повернення стаціонарних комплексів. Зараз стоїть вопрос о том, щоб ми на київській трасі, це Київ-Одеса-Одеса-Київ, М04 траса, совместно со службой автомобільних дорог, вот, возобновили работу стационарных комплексов. Там 2 стационарных комплекса были. И вот возобновили эту работу. Она будет начата вот именно с М04. С какого числа это? Это я не могу сказать. Это зависит от согласований между нашим руководителем Александром Погорелым, начальник службы, вернее, глава службы Укртрансбезпеки, и Максимом Куцем, губернатором Одесской области. Они должны встречаться на эту тему, обсуждать ее. Вот, подготовленный ряд писем. Активісти анонсували акцію, яка відбудеться через декілька днів у Києві під стінами Державної служби України з безпеки на транспорті. Вимоги ті ж самі – повернути до роботи вагово-габаритні комплекси в Одеській області.